Щелкове рядом с телекоммуникационным центром акционерного общества «Газпром Космические системы» продолжается строительство уникального сборочного производства космических аппаратов. На сегодняшний день выполнено 85% работ по устройству фундамента. Параллельно на строительной площадке ведется монтаж железобетонных конструкций. Уже установлено 26 колонн, впереди монтаж еще 37. Эти работы строители планируют завершить до середины ноября. На следующей неделе начнется установка металлоконструкций. Основная задача до конца 2020 года – закрыть тепловой контур в зоне производственных помещений, после чего подрядная организация сможет приступить к монтажу оборудования. Возведением сборочного производства космических аппаратов занимается итальянская компания Rizzani Decker. Видим, что работы ведутся без отставания от сроков, и сдача нашего комплекса в эксплуатацию планируется в 2022 году. Сегодня ожидается как раз первая поставка металлоконструкций. Первая захватка, планируется монтаж примерно месяц. Но данная работа будет вестись параллельно с установкой также фахверковых стоек и в дальнейшем монтажом ограждающих конструкций. Все работы идут параллельно для гонять время. И начало ноября будем планировать тоже начинать фасады через сэндвич-панели.